они избранные. За каждым из них стоит команда. Вначале их было 14, сейчас 12. Сегодня уйдет еще одна. Смотрите на канале 1+1. Блокбастер «Лига смеха». Всем привет! Сегодня мы действительно будем снимать блокбастер. Но обо всем по порядку. К этому моменту наши звездные тренеры потеряли две команды из 14. Стаса Баклана разлучили с Днепровской «Млекой», а Игоря Ласточкина со сборной «Кременчуга». Сегодня третья игра сезона, она же второй этап нашего чемпионата. Командам этого этапа предстоит пройти наиболее сложный уровень – полотно в тему. Каждое полотно должно представлять собой продолжение известного блокбастера. И таких продолжений будет 6. Впрочем, основные задачи лигосмешных тандемов не изменились. Показать всю свою юмористическую мощь и взаимодействие с играющими тренерами. А в случае спорной ситуации успешно пройти батл. Итак, 6 команд, 6 тренеров и 6 блокбастеров. Стояновка, Молдова и Оля Полякова – «Крестный отец». И Народный театр абсурда «Воробушек», «Харьков» и «Влад Яма». «Назад в будущее». 30+, Житомир и Стас Баклан. «Крепкий орешек». Сборная армян Украины Джан и Евгений Кошевой. «50 оттенков серого». «Отдыхаем вместе», Хмельницкий и Надя Дорофеева. «Звездные войны». Стадион Деброва, Царичанка и Юрий Ткач. Гарри Поттер. И все это мы снимем за один дубль. Добро пожаловать на Лигу смеха. Всем привет, дорогие друзья! Это Лига смеха. Каждую пятницу на канале 1+1. Сегодня мы снимаем 6-серийный блокбастер. За моей спиной 6 потрясающих команд, которые хотят на съемочную площадку прямо сейчас вырваться и доказать, что они лучшие! А я уже приехал. Ау! Это Лига смеха! Лига смеха! Как лекарство для души. Лига смеха! Смех нам продлевает жизнь. Лига смеха! Лучшая на свете. Лига смеха! Да! Добрый вечер, дорогие друзья! Погромче! Добро пожаловать на Лигу смеха! Очередной этап Лиги смеха дарит вам с большим удовольствием очередную порцию хорошего юмора и настроения. Аплодисменты, ребята! Аплодисменты нашим замечательным теплым зрителям. Вообще, вы знаете, чем этот этап характерен? Как минимум один член жюри в двух следующих играх будет, так сказать, отдыхать. Это связано с тем, что уменьшилось количество команд с 14 до 12. И я готов уже представить героев сегодняшней игры. Итак, 6 потрясающих тандемов. Стояновка, Молдова, тренер Оля Полякова. Отдыхаем вместе, Хмельницкий. И Надя Дорофеева. Сборная армян Украины Джан и Евген Кошовий. И Народный театр абсурда «Воробушек», город Харьков. И Влад Яма. Команда 30+, город Житомир, и Стас Баклан. –
Стадион Деброва, Царичанка и Юрий Ткач. А, ну и, наконец, сегодня не играет, но честно судит, мы с ним договаривались. Дважды чемпион Игорь Ласточкин. Да, итак, сегодня первая игра в этом сезоне, когда мы сыграем в тему. Тема нашей игры – блокбастер-продолжение. По традиции у каждой команды будет свой блокбастер, а будет своя версия, своя подтема главного конкурса – конкурс-полотно. Ну, а наши уважаемые члены жюри будут, естественно, главными героями потрясающих, а я в этом уверен, экранизаций ребят. А вот сбылись ли ваши актерские амбиции и мечты? А может быть, ваши мечты останутся мечтами? Мы сейчас и увидим. Внимание на экран. Какую бы роль хотел бы сыграть? Маугли. Я бы хотела сыграть что-то совершенно неожиданное. Маньячку. Мне бы очень хотелось поработать с режиссером, который бы хоть раз меня утвердил на роль. Я думаю, это очень хороший режиссер. Хотелось бы что-нибудь сыграть, конечно, из классики. Вот, например, Чебурашку. Киллера, который в конце фильма погибает, а всем его жалко. Кинокомедия с постельными сценами. Мне кажется, если ты приходишь в кино, и твоя первая сцена сразу постельная, что-то не так. Ребята, мы снимаем кино. Вам аплодисменты. Перед началом премьер нужны аплодисменты. И думаю, по завершению тоже они будут. Вы главные герои наших фильмов. Слава Украине! Удачи! Дорогие друзья, что будет сегодня происходить? Во-первых, я уже сказал, мы играем первый конкурс, важный. Вполне возможно, нам понадобится баттл, но это в конце. Играем на заданную тему, полотно. Сейчас начинаем с первого полотна. Итак, блокбастер, продолжение. Мы решили коснуться, вы знаете, выдающейся саги Джорджа Лукаса. Ему тоже можно поаплодировать. Старик все-таки снял «Звездные войны». И сейчас вашему вниманию будет 9-я экранизация «Звездных войн». Надя Дорофеева. И отдыхаем вместе. Внимание на экран. Нам пощастило стемуль «Звездные войны». Наш любимый фильм. И «Звездные войны» — это не коли Горбунов засачує вдома сварится, а реально «Звездные войны». Круто, я буду Гермионой. Надь, це не той фильм. Фродо. Мимо. Барбара Брильска. Йдем, ми тобі об'яснимо, що таке «Звездные войны». Андрюха, «Звездные войны» — це там, де Дукаліс, да? Дукаліс, Дукаліс. Давай, по коням, возможно, кримінал. Хороший фільм. Що, хлопці, готові? Ну, конечно. А зал готовий чи ні? Скажіть. Уже готово. Ну что, кого будем благодарить? Вот, Вов, ты знаешь, как каже котик? Котик каже, мяу. Так? Молодец. Спасибо. А где сахарок? Потом. А как каже собачка, знаешь? Собака ты. Аф. Умничка. А знаешь, как кажут клиенты Спектр Агро? Ні. Вони кажуть, які гарні добрива «Спектрум», який потім красивий урожай, «Спектр Агро» спасіба, ай на-на. Ну, насправді ми хотіли подякувати компанії «Спектр Агро», ексклюзивному імпортеру мікродобрив «Спектрум» в Україні. Молодець. Спасіба. Да, це, да, це да, все? Да. Удачі, ребята. Поїхали! В далекій-далекій галактиці, де на відміну від Хмельницького ловить 3G, існує планета, на якій лідера вибирають не голосуванням, а лайками в Інстаграмі. Де країни не воюють, а просто ображаються одна на одну. Де найбільше зло – це посічені кінчики. І це все тому, що керує цією планетою жінка. Та сама я ночь, тот самий джедай. Все люди трепещут рядом со мною, и ваши дома так ярко горят, так ярко пылают, и пышут любовью. А бластеры бум-бум-бум-бум и разгон звенят, а ты стреляешь в меня. Все ваши планеты я захвачу без труда, только
Мишка, давайте не сейчас, у меня маникюр на два. Мы мало молодые, но... Так, позитив, закрой рот еще. Да расслабься ты. Ваше дорофейщество, мы нашли новый способ, чтобы захватить галактику. Отключить всем отопление, а платежки все равно присылать. Нет, этим уже занимается Жек. Фу, Жек, вечно мы с ними ноздря в ноздрю. Но можно захватить мир юмором. Юмор? Класс, ведите тех, кто расскажет мне, что такое юмор. Блин, пацаны, последний раз мешком на голові мене вели на корпоратив прокуратуру, поняв? Здравствуйте, земляне, я Дарт Феєва. Добрий вечір, ваші хаті, будемо починати наше свято. Саш, це не прокуратура. Блін, я отойти не можу, серйозно. Не пугайтесь, это Чубака, он постоянно непонятно разговаривает. Нічого страшного, у нас такий самий спікер у Верховній Раді працює. Хорош. Кстати, скажіть, де ми? Да. Ви на Звезді Смерті. Мощнейшим оружием, что уничтожает города. Не знаю, у нас на Земле звезда смерти поярче выглядает. Действительно страшно. Ваша звезда мне нравится больше. А, ну наша звезда и городов может побольше уничтожить. Вот, 26-го Сумы, 29-го Полтава. А. Короче, юбку покороче. Что такое юмор? Ну, юмор – это что-то неожиданное. Да. Это юмор? Нет, это скорее мокруха, но... Но если бы ты перед этим сказала «случай в подворотне», то... «Случай в подворотне». Теперь это юмор? Да, уже лучше, лучше. Слушай, я вообще не понимаю, что это мы тебе маем помогать? То есть «случай в подворотне» тебя не убедил? Согласен. У вас нет выбора. Вы в 10 000 световых лет от Земли. Ну и что? Так это только до Киева. До Хмельницкого еще 5 часов на электричке. Вот это так прикол. Прикол? А что такое прикол? Ну, прикол. Ну, это когда бюджет Ірпеня 100 000, а на салют в День города потратили 200. Прикол. Так, я все равно ничего не понимаю. Мне нужно посоветоваться с наставником. Магистр Потап. А? Опять эти голоса? Да нет, это же я, Дарт Феєва. Помоги мне. А, помоги. Записывай. В этот летний вечер меня полюбил диспетчер. Да мне не нужна новая песня. Мне нужен совет. А, совет? Ну тогда не открывай зеленку зубами ты. Это прикол. Ты тоже знаешь, что такое прикол? Мне 36 лет, я называю себя ПТП. Конечно, я знаю, что такое прикол. Давай дальше сама, сама. Летний вечер, полюбил меня диспетчер, надо бы запомнить. Так, ребята, короче, я до сих пор ничего не понимаю. Покажите мне юмор, которым мы покорим весь мир. Ну, может, не мир, но пару домов культуры точно покорим. Да! Ну що ж, покажемо Дарт Феєві, що таке гумор. Таких персонажів ви не побачите у космосі, а в однолюбій дитячій площадці хоч кожен день. Оксана! Ти моя кохана! Суха тільки ти і цвіти! Ну, я потом текст ще допишу, пока... Блін, Андрій, як мелодично, вообще, прикинь, ніхто ніколи не посвящав пісні. О, це ж мало. Ти в мене прям як Цой, тільки живий. Да. Так, що ви там орете? Я щас до вас спущусь. Як спуститься, так і попустися, закрий рот, бичара! Мала, ну не порть наш вечір. Хорошо, Андрій. Чуєш, Андрюх? А чого ти привів мене на свідання на дитячу площадку? Ну, ми ж не малолітки по під'їздам шариться, правильно?
Точно. Блин, ты у меня такой взрослый вообще, Андрей. Чуешь, Андрей? А расскажи, пожалуйста, еще раз твою историю, когда ты ездил в Интерсити. Ну, мала, їздив та їздив. Ну, що сто раз розказувати, вже всім розказав у дворі. Ти точно не придумав, Андрій? Просто я реально до сих пор не вірю, що там в туалеті нема педальки. Ти така недовірчик, не віриш, от білет є біля серця. І білет тебе є! Не засипай, не залапай. Блін, Андрій, ти в мене такий успішний в свої 38 год. Да. І що далі, Андрій? Ти будеш з машини кофе продавати, чи що взагалі? Мала, не зглазь, я тільки собеседування прийшов. Слушай, ти в мене такий успішний, може ти мені це на день рождения подвеску подариш? Ти що, жигуль, чи що, щоб я тобі подвеску дав? Андрій! Так, хто там мені орав? А, вийшов протеїн на ножках, зараз тебе мій пацан унічтожить. Оксана, надіюсь, в тебе є ще якийсь пацан. Андрій, давай соберись, унічтожу. Ти в мене Кличко, давай. Ладно, ну тільки коли я дам сигнал, бий гітару. Ми як Бонні і Клайд. Все, мовчу. Чуєш, ти це... Вибач її, в неї просто ці дні. В смислі? Ну пост, не їсть нічого, бухає на голодний желудок. А мені по барабану, валіть отсюда. Оксана, бий, давай! На! Якісь больні на голову. Ти живий? Оксана, ти що, вообще якась ранена? Чого ти мене вдарила? А де ти? Ти бачив його, який він здоровий? Лучше я тебе, чим він. Просто ну, я ж тебе просто люблю, вставай. Але ти моя тигриця. Все, пішли на сьоме небо, тебе відведу. В смислі? В ракету йдемо лизатися. Ай, ти в мене романчик, ти чого взагалі? Так ти йди сюди. Надень маску. Що ти робиш? Ну, як вам мой прикол? Ты поняла, что такое юмор? И теперь с помощью юмора я захвачу всю вселенную и начну я с земли! Блин, пацаны, что мы наделали? Как ее теперь остановить? Я знаю, как ее остановить. Случай в подворотне! И вы думали, с помощью этого сможете убить Дарт Фееву? Вся моя сила в маске! Ха-ха-ха! Черт! Нет! Кто я? Где я? Кто вы? Надь, все нормально. Ты наш тренер, це Ліга Сміха. Мы разом выступаем. Понятно. Угу. Ну ты затупил. Ты ж міг сказати, что ты и пацан, и вы мутите. Надь, там что это? Не-не-не, я уже все вспомнила. На самом деле, Надь, ты хотела захватить вселенную и сделать ее злою. Но ведь в мире так много зла. Давайте хотя бы сегодня победит добро. Победи добро! Бро, победи добро! 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 Победи добро! Становись допрессиста! Становись добро! Для вас выступали, отдыхаем вместе! И властелин всего мира! Дарт Фейва! Спасибо! Ребята! Надя Дорофеева, отдыхаем вместе. И, уважаемые члены жюри, пора за работу. 30 секунд, время пошло. Кому понравились эти звездные войны? Да, 1 балл Юра, Стась, Влад, 3 балла Оля, 4 балла. Сидит Ласточкин в раздумьях и Евген Кошевый. 4 балла. 4 балла, вот такие пока оценки такие. Время заканчивается, хватит друг на друга смотреть. 5 баллов, 5 баллов, 5 баллов, 5 баллов, 5 баллов. 5 баллов, вот. Спасибо. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое, ребята. Ну, очень неплохо. Игорь, поговорим. Игорь, опять, Игорь. Сколько можно уже?
Оленька, как тебе выступление, ребят? Я не могу их адекватно судить, потому что... В целом, в силу себя. Ну, потому что это же мои. Хоть они меня и поменяли на молодую, и тем не менее, я не могу, я должна на них вставать. Они вставать. Мои как мать, я им как мать. Ты им как мать. Короче, да. Сегодня я должен быть плохим, все. Да, у тебя вот. Пока все получается, да. Все нормально. Продолжаем, дорогие друзья, ткать, так сказать, из наших блокбастеров полотно. На очереди актерская визитная карточка Брюса Уиллиса. До этого момента было 5 частей этого блокбастера. Сейчас, благодаря Лиге Смеха, появится 6-я часть. Итак, команда 30+, Стас Баклан и Крепкий Орешек. Внимание на экран. Ну что, пацаны, придумал? Конечно. Не треба мене стригти. Ну, в смысле, не треба. Брюс Уиллис всегда був лисий. В першій частині «Крепкого орешка» Брюс Уиллис не був лисий. Та хто ж її бачив ту першу частину? Вона ж 88-го року. Я бачив. Тепер і ви подивитесь. Ну так а де ми будемо дивитися? У мене вдома на моєму відіку. Станіслав Володимирович, а що це у вас тут по-німецьки написано? Тепер зрозуміло, чому мої діти щовечора дивляться «Крепкого орешка». Ребята, прочь волнение. Дело в том, что все переживают, особенно члены жюри. Но Ласточкин очень строгий. Волнуетесь? Хочем подякувать. Значит, нет. Ласточкину. Спочатку хочемо подякувати Богу за то, що Стас Баклан ще з нами. Дуже дякуємо нашим друзям. Це Анжеліка Лабунська, Любов Цимбалюк, Радіо 10, місто Чернівці. Ну і ми дякуємо житловому комплексу «Кокос Авеню», місто Южне, Одеської області, чудові квартири на березі моря за смішні гроші. «Кокос Авеню». Ну і читаємо з телефона, бо пам'ять вже не та. Передаємо привіт нашим партнерам, приватному підприємству «Адлер», лідер з продажу засобів захисту рослин та сільськогосподарської техніки. І Володимир, компанія «Адлер» вам дарує в Житомирі 8 гектар. Приїжджайте, забирайте свою флешку. Спасибо, ребят. І я вас дуже люблю. Удачі. Вперед, порвіть зал. Всім, хто в залі, з 90-х ви цю пісню взяли. Багато буде зараз фішок, танцює наш міцний воришок. І стрижну з дитаву мету, і трах, 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 на кабачому шафу. І стрижну з дитаву мету, і трах, 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 на кабачому шафу. Бог, Бог. Станіслав Владимирович, ну не зря вас називають міцним горішком українського кіно. Так сказати, Стас Баклейн. Ну що, перейдемо до нашого бойовичка? Тихо. Анжела. Сідай. Просто дівчинки обіцяв зводити в кіно. Так би мовити, услуга за услугу. Вадик, пограєш Маклейна, а я піду натягувати на себе серйозний образ. Володимирович, я не підведу. Давайте. Саме цього року фільму «Міцний горішок» виповнюється 30 років. Тому будь-яке його продовження автоматично 30+. Уявіть, 2018 рік лейтенант Джон Маклейн не пройшов атестацію і сидить вдома на пенсії. От ти мені скажи, Джон, нащо ти мене в той першій частці спас? От скажи, уїхала б з тим німцем, жила в той Германії, понімаєш, як у Бога за пазухою. Я не знаю. Понимаешь, ты дуже добренький, на тобі всі їздять, всі, понимаешь? Я би позвонив, це ФБР, може якась робота є, понимаешь, може якийсь самоліт падає, може якийсь корабль тон, може якийсь вокзал замінірований. Алло.
Не-не-не, ще не. Сейчас. Не. Не-не-не. Вот сейчас удобно. Да, рятую, да. Дивіться, 10 заручників – 10 тисяч гривень. 20 заручників – 20 тисяч гривень. Да, знижки після 200 заручників. Звісно, плюс дорога, звісно. Що дорого? Дорого. Дзвони тоді Зоряну Шкіряку. Ну все. Це мене просто достало, поняв? Іди матері своїй під вікна бахкай! Ещекеребахагіна! І не угризайся мені! Ти бачиш, розбахкались в піст! Мам, пап! I am at home! А чо це ти в розовій майці? Ти ж Маклейн! А чо це ти в стиралку? До білого цвітне кидаєш, ти ж... А, все понятно, хто мені таку підставу зробив. Стільки вам розказать, не їжте вілкою з тефлонової сковородки, що тут непонятного? Мені непонятно. Ще переведу. Не їжте вілкою з тефлонової сковородки, бать вашу. Що, нельзя нормально об'яснити, тепер понятно. Іди в комнату. Що, нема що робити, могай двері вибивати? Ми — супергерої на пенсії. Нам треба щось зривати постійно. Де ж баню, кстати? Звісно. Так, стоять. Ви ж супергерої. А супергерої просто так не уходять. Перейдемо від Маклейна до Баклейна. За мотивами культового бойовика «Міцний горішок». Українсько-американський театр імені Степана Івановича Тарантіно представляє п'єсу «Міцний котигорішок». Нью-Йоркщина. Обійстя Баклейна. Ах! Щось прохолодно сьогодні на Манхеттені. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, встали. Нема чого робити, в птічку тикати, в гнізді. Дзвоник нижче. Відкривайте це ФБР. Хто? Філія бандерців Річмонда. А! Свої? Заходьте, все одно дверей нема. Театр. Гей! Щося стало, хлопці? І раз! Ой, лишенько, батьку! Біда спіткала нашу неньку Америку. Бусурмани з Німеччини захопили заручників і вимагають гроші! Ой, не мовчи! Не мовчи, батьку! Я не мовчу, дурачок, це пауза. Серед заручників ваша дружина. Що ти сказав? Вимагають гроші! Гроші потрібні всім і нашому театру. Реклама! Ось відди, покуримо, нас да. Знають у всьому світі.
Ми довели, що тільки наполеглива праця – запорука розвитку. З нами ви можете бути впевнені в тому, що ваші заощадження будуть збережені. Швидкі та зручні операції і увага до кожного. «Приматбанк» – твоя точка на ліані. Телефон 3 апельсина, кокос, мандарин, банан, банан. Холлі! Люба Холлі, де ти? Де ти, Холлі? Не в гаю, нема, не в полі. Де ти ходиш, Холлі? Куди, я кажу, рано, що вас вам репетірувати? Холлі, моя Холлі, де ж ти ходиш, моя Холлі? Не на стані, не в полі. Холлі! Я ж прийшов тебе врятувати. Де ти ходиш, скільки тебе можна ждати? Я ж просила і сміття вискинути. Ай, моя, ух ти, ух ти. О, це ж бомба. Треба різати провод. А який? Їх тут два. Два проводи, два кольори. Два кольори, ой, два кольори. Червоне то любов, а чорне то бидиш. Бабом. Буду різати червоне в державі декомунізація. Перегризу. Холлі моя. Дякую тобі, Баклен, що врятував. А, хорошо. Світ врятовано. Тепер заживемо. Гей! От як гадаєте, для чого ми показали таку красиву виставу? Щоб ви любили рідну землю. Приїжджайте до нас на Україну. Вадик. Welcome to Ukraine. Це ще не все! Ще ж не все! Друзі, насправді ми вважаємо, що кожен українець – міцний горішок. Бо тільки наш український міцний горішок може отримувати зарплату 3200, а за комуналку платить 400. Український міцний горішок – це коли твоя сім'я 2 місяці не їла м'яса, а ти все одно не міняєш долари. Це коли навіть 60... Ти точно знаєш, що сьогодні ввечері ти когось обов'язково зробиш трішечки щасливішим. Данджела! Пацани оператори, хто зараз знімає, щоб потім... Бо в мене дружина потім... Міцні горішки 30+! Міцніше з кожною грою! Один бал, два, три, чотири, чотири бала, п'ять балів, шесть! Поздравляємо! Поздравляємо команду! Ви в следующей игре, ребята, ми вас поздравляємо! 30+! І Стас Баклан. Спасибо. Дякую.
Ну що ж, ФБР спрацював. Круто. Да. Круто, мощно, емоційно. Ми ще нічого не поняли. Говори. Друзі, всім переміг. Всім переміг, коротше, спасибо вам. Переміг. Все класно. Все. Погнали. Да, Оля. Хочешь сказать что-то? Очень, очень крутое, очень красочное, очень яркое выступление. Вообще роскошь просто на самом деле. И, конечно же, наличие профессионального актера в команде. Вот бы всем так. Ну что ты сделаешь? Кому-то достался Стас, кому-то ты. Это такое дело. Это такая рулетка. Это такая рулетка. Стасик, поздравляю. Ну, мы продолжаем, дорогие друзья. Следующему тандему досталось творение великого режиссера Роберта Земякиса. Вы знаете, существует трилогия популярная этого фильма. Но я думаю, что следующий тандем справится с четвертой частью. Я думаю, для них это раз плюнуть. Но будет очень интересно. Итак, и Народный театр абсурда «Воробушек» из города Харьков и Влад Яма приглашают вас назад в будущее. Тема нашего выступления – «Назад в будущее». И мы… Влад! Мы попали в пространственно-временную петлю! Нам нужно срочно отсюда выбираться! Тема нашего выступления – «Назад в будущее». И мы… Влад! Мы попали в пространственно-временную петлю! Нам нужно срочно отсюда выбираться! Тема нашего выступления – «Назад в будущее». И мы… Влад! Мы попали в пространственно-временную петлю! Нам нужно срочно… Стрелочки ладошку щекочет. Ой, тяжко мне, тяжко. Молви мне еще раз, ты точно не демон? Ладно, тогда отправь меня знаешь куда? В живой квартал Файнатаун от Кан Девелопмент. Хочу на балкон выходить и говорить. Красота-то какая, ляпота. Хотя нет, лучше отправь меня... Фитнес-клуб «Аура» в Харькове. Что? Холоп, ты что, не знаешь, что такое фитнес-клуб «Аура», а? Там тебя ждет крепким, сильным, и йогой займешься. Фитнес-клуб «Аура» для здоровых и успешных, дрыщ. Хотя нет, лучше отправь меня знаешь куда, в социальную сеть ЕСВЕ. Я буду писать каждый день благодарность самому богатому держателю биткоинов, народному депутату Дмитрию Голубову. Он первый ложился в биткоины, а теперь в нас. Вдруг выстрелим. Хотя нет. Лучше знаешь, что давай лучше вместе поздравим такси Шара 3040 с днем рождения. Радуйся, радуйся! Максим Журавель челом бьет! Бей челом, бей челом! Житие мое! Какое житие твое, пес смердячий? Войско взбунтовалось! Говорят, ткач-то не настоящий! Нас всех вылечат. И Народный театр. «Назад в будущее». Встречайте. Святые угодники! Пахнет как лесу. Марти, Марти, иди сюда! Are you ready for this? Я здесь. Мне кажется, тебе нужно перестать возвращаться в прошлое на дегустацию копченостей. Ну, док, я же готовлюсь к шоу. Зневажені та щасливі. В чем смысл? Чем больше ешь, тем больше счастья. Как же глупо ты используешь машину времени. Вот у нас с мужиками есть традиция. Каждую пятницу мы возвращаемся в прошлое и смотрим, как на Януковича венок падает. Не-не-не, док, это не по мне. Я лучше на дегустацию. Что-то сюда, что-то сюда. Ну так давай подвезу. Не-не, спасибо, док, у меня же есть левитирующий скейт. Блин, упал не той стороной. Черт, я его теперь не подниму. Ладно, поехали. Садись! Только я тебя прошу, не трынди. Да, кстати, у меня по такому случаю анекдот есть. Бомба, об как хочешься. Ну, кто б сомневался. Летят как-то в самолете украинец и африканец. Украинец ест сало и... Забыл. Такой смешной анекдот. Что же дальше? Где же я его слышал? А, тамада. Тамада на свадьбе у Шурина рассказывал. Какой это год?
1994. Поехали в прошлое. Да, какое прошлое? Восемь, девять, десять. Вот это поножовщина. А тем временем свадьба в самом разгаре. Здесь у нас проходит конкурс. Новинка 94-го года. Конкурс вряд ли приживется. Поэтому наслаждайтесь им сейчас. А, кстати. Есть анекдот в тему. Летят как-то в самолете украинец и африканец. Украинец достает сам... Док, мы сбили тамаду. Не время для радости. Получается, теперь я не услышал анекдот даже в прошлом. Не путешествие, а пустая трата времени. О, беру свои слова обратно. Так, не забивай мне баки, поехали назад на дегустацию. Стоп! Сейчас 94-й год. А это значит, здесь точно есть человек, который знает все анекдоты того времени. Илья Ноябрев, золотой гусак! Марти в машину! Я уже здесь. А? Поехали. Стройся! Кто я? Илья Ноябрев! Кто мы? Бойцовский клуб «Золотой гусак». Первое правило бойцовского клуба. Никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе. Рассказывать только анекдоты. Внесите стол с нарезкой. Три, четыре. Первак, неливак, шеф стоял у кожней хати. Краснеем. Анекдот. Летят как-то в самолете украинцы, африканец. Украинец достает. Второй за пять минут. Илья, мое уважение. Док, одну минуточку. Илья, вы правда знаете все анекдоты в мире? Тихо, тихо, тихо. Абсолютно. Да. Тогда расскажите мне анекдот, как Петька и Василий Иванович покупали биткоин. Легко. А я не знаю такого анекдота. Тьфу ты! Очередная пирамида! Илюша, а расскажите-ка мне анекдот о том, как украинец и африканец в самолете летели. О, это мой любимый. Только у меня есть одно условие. Началось. Я вам анекдот, а вы мне... Три анекдота. Точно пирамида! Кстати, не хотите по пятницам собираться с мужиками анекдоты рассказывать? Не-не-не, док по пятницам занят. Он ездит смотреть, как на Януковича венок падает. Ладно, слушай. Очень смешно. Спасибо. Я просто делаю свою работу. Так, все, док, ты узнал анекдот, давай вернемся в настоящее, ты мне его расскажешь, и мы разойдемся. Нет, подожди. Я переживаю, вдруг тебе не понравится. Давай мы отправимся чуть-чуть в будущее, и там я в окошко посмотрю, смеешься ты или нет. Хорошо, только, пожалуйста, побыстрее. Святые угодники, плутоний закончился. Ничего страшного, в багажнике есть квас ПАНАС, они по составу одинаковые. А что, сегодня пятница? Док, помнишь, ты рассказывал, что вы каждую пятницу ездите смотреть на Януковича? Но? Так вы, походу, прихватили с собой сувенир. Ничего, пусть подождет. Заливай квас. А ручки-то помнят. Все, поехали. Док, я этот запах не переношу. Можно мы выбросим эту, как ее? Елку. Спасибо. Ребята.
канал вселенского махача. В левом углу внук Виталия Кличко против наклейки Брюса Ли. And fight! Наконец-то кресло мэра займет наклейка. Я прошу прощения. А американец, африканец летят в самолете и... Док, мы походу с квасом перепорщили. Какой сейчас вообще год? Сейчас посмотрим. Канал 95-й портал открывает третье тысячелетие 946-м сезоном Лиги Смеха. А я уже телепортировался. Это Лига Смеха. Где сразятся такие команды, как сборная Марса, Гуцулы-роботы, армия неуправляемых циклопов и отдыхаем вместе. Святые угодники, Мартин! Давай сотку! Зачем? Я все придумал! Мы вернемся в прошлое, поставим сотку на роботов-гуцулов, я расскажу им свой анекдот, тогда они точно выиграют Лигу Смеха, а мы разбогатеем! Док, что за чушь? Давай просто вернемся назад! Ладно! Сотку на гуцулов! У вас есть 9 причин покупать квас по нас. Летом отлично охлаждает. Квас Панас. Квас, который не стыдно дать даже своей личинке. А у меня по такому случаю как раз есть анекдот. Бомба, обхохочешься. Ну, кто б сомневался. Летят как-то в самолете украинец и африканец. Есть тут кто? А кто спрашивает? О, анекдот хочешь? Не, лучше не надо. А то можем нарушить пространственно-временной континуум. Любимый пространственно-временной континуум может спать спокойно. Ну, давай. Любимый пространственно-временной континуум может спать спокойно. У тебя что там, пианино? Любимый пространственно-временной континуум. С вами был инородный театр абсурда «Воробушек». «Воробушек». Больше вопросов, чем ответов. А when everybody's heard about the bird. Конец! Да. Ну, ребята могут продолжать. Давайте оценим творчество харьковчан. Оля Валикова встала 1 балл. Надя Дровеева 2. Стас, 3 балла. Юрий Ткач 4 балла. 4 балла. И встает Евгений Кожевой. 5 баллов. 5 баллов. Слово еще за Ласточкиным. Пожалуйста. Игорь, пожалуйста. Ничего не можешь с собой сделать. Да. 5. 5 баллов! 5 баллов, ребята! Мы вас поздравляем! Влад, шикарная роль! Отдельные аплодисменты Яме. Владу, спасибо, ребят, спасибо вам! Ну, как дела? Парни, парни, все. Все. О! Красавец! Красавец, молодец! Станислав, вы хотите что-то сказать? Я хочу порадоваться за Владика просто. Вот. Влад молодец. Да, да. Да? Не, я просто никогда не думал, что Владик так лихо вольется в абсурдный театр. Влад, поздравляем! Да, нашумевшая трилогия, действительно, нашумевшая трилогия последних лет легла в основу творения, которое сейчас появится на этой сцене. Я думаю, что это будет действительно гремучая смесь, потому что речь пойдет о фильме «50 оттенков серого».
Вот, завелись. 50 оттенков серого в исполнении сборной армян Украины Джан и Евгения Кашевого. Внимание на экран. Для того, чтобы максимально сдружиться с командой, и для того, чтобы они плотно усвоили эту тему, я отправил пацанов на просмотр фильма «50 оттенков серого». Слушайте, ну классный фильм, ну прям! Хорошо, посмотрели, как вам? Такое. Хотите, давайте посмотрим вторую часть. Там еще и вторая часть! Пацаны, пойдем быстрее смотреть, пойдем. Да они еще про третью не знают. А сами-то смотрели этот фильм? Просто интересно. У меня жена есть, пришлось. Кого будем благодарить? Ну, хотелось бы поблагодарить какой-то секс-шоп. Но мы благодарим туристическую компанию «Клиар» в городе Одессе. Мы благодарим телевизионный ювелирный магазин номер один «Тюссо». И, конечно же, это очень неожиданно. Мы благодарим за всестороннюю помощь «Союз армян Украины». Спасибо. Все, ребята. Мистер Грей, в чем секрет вашего успеха? Я просто вовремя прикрутил газовый вентиль на 1-2 градуса. Говорят, у вас в работе весьма специфические вкусы. Это правда? Да, я плачу деньги людям, которые пытаются меня рассмешить. Ну, как я плачу? Мистер Грин платит. А чем вы занимаетесь, кроме работы? Я люблю смотреть футбол. Кстати, этим я сейчас и занимаюсь. Динамо! 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 Есть ли у вас какие-то извращения? Я же говорю, на них сейчас и смотрю. Куда ты побежала, съеб... Мистер Грей, немного личный вопрос. Какие девушки вам нравятся? Раздевайтесь. Что? Что? Мистер Грей, к вам посетители. Армен Геворг Эдик. Как? Got me looking so crazy right now, you love. Got me looking so crazy right now, Jonas. Got me looking so crazy right now. Ну, привет, Киев! Сборная армян Украины Джон. Армен. Геворг, Эдик и тема 50 оттенков серого. Слушайте, ну не надо было. Вот это Лига смеха или Лига армяне, пожалуйста, победите сегодня. Дать нам тему, где мужчина доминирует над женщиной. Она ему перечит, он ее наказывает, а ей это еще и нравится. Так это же наш обычный вторник. Был бы у нас еще красивый сексуальный тренер, мы бы вообще ничего не делали. Вообще-то я здесь. А так нам еще пахать и пахать. Слышите, я говорю, валите отсюда. Я тут Кристиана Грея играю. Я извиняюсь, а почему ты главный герой, а не мы? Потому что я гораздо опытнее актер, чем вы. Менее, чем Стас, конечно. Но чем вы, 100%. Давайте, играйте свои 50 оттенков черного. Продолжим, друзья. Для нас, армян, 50 оттенков серого — это прежде всего. Девочка, девочка моя. Эдик, нам надо очень серьезно поговорить. Знакомьтесь, это моя девушка Диана и постоянно рубрика наших отношений. Мы расстаемся. Ты бросала меня, потому что я был слишком идеальный, слишком романтичный. Что на этот раз? Ты козел. Поняли, да? Мы вернулись к заводским настройкам. Мы расстаемся. Браво, браво, браво. Если после таких шуток никто не встанет, вы не расстраивайтесь, нос не опускайте. Моя хорошая, мы если нос опустим, корпус вперед упадет. Хотя, не такой у меня длинный нос. Да, пацаны? Да хорош. Ладно. Господи, я когда-нибудь уеду в то место, где вообще нет армян. Мама, Джаны, собрались? Ты правда думаешь, есть такое место, где нас нет? Наверняка. Иди сюда, держи ракушку. Что ты слышишь?
Море. Ты внимательнее слушай. Пахлава, медовая пахлава. Да, сюда. Георг, это ты? Да, брат, это я. Как сам? Нормально ты как? Я отлично. Тут одна девушка говорит, есть такое место, где армян нет. Георг, походу в роуминге. Я не в роуминге, я в Рабане. Поэтому передай этой девушке, что нет такого места, где нет армян. Ну так... Добрый вечер. Я Анастейша. Так. Так и как она еще делала? Вот так она делала. Я нормально бабу играю, Стас. Нормально? Хорошо. Это очень мощно. У нас только один вопрос. Ты где парик взял? У Анастейши. Где? Женя, что у вас там, флешмоб, что ли? Что это флешмоб? И вот когда он ушел, наш кнут сатиры и самоиронии готов к бою. Кайфуем! Наша тема 50 оттенков серого, но мы покажем всего два оттенка. Оттенок первый – социальный. Миниатюра армяне бесят людей. Эдик, а как армяне бесят людей? Молча. Оттенок второй – медицинский. В больнице. Скальпель, зажим, марлечку, тазик, лук, соль, перец. Не помогает. Искусственное дыхание, рот в мангал. Не помогает. Медбрат, дефибриллятор. Не помогает. Мы теряем его. Мы потеряли его. Друзья, это было очень хорошее мясо. Ну почему жар забирает всегда самых молодых? Самых сочных! И в этот скорбный час мне в голову приходит только одна притча. Высоко-высоко в горах старик учил своего внука делать шашлык. И сказал старик, если у тебя баранина, готовь ее вкусно. Если у тебя курица, то разводись, внучок. И самое главное, внук... Может, вернемся к теме полотна? Женя, нет, не надо. Что не надо, это только начало, девочки. Женя, я тебя прошу, остановись! Девочки, фаталити. Девочки, пошли. Прикиньте, только что придумал вечный двигатель. Девочки, добиваем! А где-то горы, а за ними Армения моя. Умнички, пойдемте. Хотелось бы поблагодарить организаторов за предоставленную тему. И хотелось бы поздравить вас, пацаны. Теперь, когда наша либидо достигла максимального уровня, наступило время единственной шутки про секс в нашем выступлении. Чего вы сидите? Как дела у вас, пацаны? Да офигенно, сейчас шутка про секс будет. У вас только шутка. А вот и она.
Ладно. Что у нас дальше? Что? Дальше ты говоришь, что мы за эти два эфира так сильно сдружились, что по тебе ремень команда, а семья. Ты серьезно? Я скажу, что мы за эти два эфира так сдружились, что мы не команда, а семья? Прикинь. Да ты я занул. Согласен, заканчиваем. Ну и в конце. Знаете, за эти два эфира мы так сдружились, что мы не команда, а семья. До слез. Так неожиданно. Спасибо, Жень. Сборная армян Украины Джан. Армен. Георг. Эдик. И светлое пятно. Спасибо, Киев! Уважаемые члены жюри, оценим ребят и Евгения. Время пошло, пожалуйста. Кто? Да, Оля Валикова, так, Надя Дорофеева, 2 балла. Да хватит. Юрий Ткач, Стас Баглан, 4 балла, ребята, 4 балла. Последние секунды, 4 балла. Яма. И вот она, жадина говядина. Спасибо. 5 баллов. Ребята, поздравляем, спасибо. 5 баллов, спасибо вам большое. Это кайф, это я Яму люблю, я Олю люблю, всех люблю. Ну, а популярности следующего фильма говорит количество продолжений. Их было аж 9. Вот сейчас для вас на этой сцене будет 10-е юбилейное продолжение «Гарри Поттера». В исполнении Юрия Ткача и стадиона Деброва. Ваши аплодисменты, внимание на экран. Чуете, пацаны? Да, прикольный костюмчик. А что у нас за тема? Гарри Поттер. Ничего себе. Ты же, получается, волшебник, да? Ты себе можешь себе наколдовать 6 пальцев? Да. Че там 3 руки? Конечно. Че, такие волосы, да? Не, спасибо. Меня и так дитина не бачит, еще и жінка не впізнає. Хотя... Ну, давай реально без волшебства, кого благодарим. Хочу поздравить Кулика Александра, он на днях стал папой. Ребятки, очень рад за вас. У меня коляска осталась, если что. Спасибо Эллерту за стрит слопа, мы дорогу отбили. Спасибо магазину Гарри Поттер на Шулявке. И окрема вдячність нашему генеральному спонсору, будівельній компанії «Місто Мрій». «Місто Мрій» ми перетворюємо. Мрії на реальність. Добре, починайте виступати. Поїхали. Стадион Деброва представляет. С момента, как Гарри Поттер закончил школу волшебства, прошло 10 лет. Время не жалеет никого и даже волшебников. Предлагаем вашему вниманию кабинет гадалки-колдуна и ясновидящего Гарри Поттера. Гарри Поттер и лысая магия. Значит так, вот это, да? Да. Ага, значит, приступим. Пенсионерус! Давай. Значит, бабушка, вот здесь подпись сделайте, пожалуйста. И вот здесь. Спасибо. Все, поздравляю, квартирка ваша. Значит, бабушка, на будущее. Сначала подписываем документик, а потом туда тю-тю. Договорились? Все, давайте, давайте, пока. А доверенность? А, в смысле, какая доверенность? Извините, просто. Все, спасибо. Давайте, пока, давайте, все. Так, кто там следующий? Фу ты, господи! Добби! Ну, сколько раз тебе сказал, ну, с твоими проблемами, понимаешь, не ко мне. Понимаешь? Тебе на передачу я суромлю своего тела. Знаешь? Все, свободен. Добби свободен! Да не поясничай ты! Здравствуйте! Тут ты, господи, что вы меня постоянно пугаете? Вы Гарри Поттер? Нет. Ну, в смысле, да. Ну, в смысле, смотря для чего. Нам нужна ваша магия. А, ну вот тут прям в точку. Значит, у меня есть прескурантик, значит, выкатываю яичком переляк. Значит, с моим яичком 70, с вашим яичком 50. Значит, отворот, приворот, вот могу гномика матюкливого вызвать.
могу магическую пленочку на телефон поклеить. Вот. Ну и тебя касается, если вдруг там что-то с девочками не ладится, могу чуть-чуть подшаманить. Вы же настоящий маг, об этом свидетельствует ваш шрам на лбу. А, вот это? Да нет, он меня в детстве Opel сбил. Слушайте, ну у вас же есть настоящая волшебная палочка. Не, вот это? Ребята, вы вообще в каком вы столетии живете, а? Вот, настоящая волшебная палочка. А как же заклинание, патронус, ну? Ну, бачите, какая реакция. 9 патронусов и никаких заклинаний знать не надо. Слушайте, помогите нам. Мы команда «Стадион Деброва», мы из Лиги Смеха. Нам надо наколдовать смешное выступление. Я чем конкретно могу помочь? Сделайте нас молдаванами. Ничего себе, ребятушки. Есть как бы более простой способ. Значит, делаем так. Вы показываете все, что вы придумали, а я вас палочкой подкорректирую. А я вас палочкой подкорректирую. Вот так. Раздуплись. Поехали! Уважаемые маглы и профессор Полякова, вашему вниманию случай на таможне. Так, сумочки проехали, да? Документики проверили. В принципе, можете ехать. Стоять. Что внутри собаки, покажите. И проезжать. Я извиняюсь, но она живая. Я понимаю, вдруг вы в ней наркотики везете. Покажите, что внутри собаки, женщина, не морочите мне голову, давайте. Но как я вам покажу, что внутри собаки? Выверни ее. Как это выверни? Показываю, открываешь пасть, засовываешь руку в собаку, берешь за хвостик с этой стороны. Выворачиваешь, я смотрю, нету ничего, проезжайте, все, не морочите мне голову, давайте выворачивайте. Слушайте, может есть какой-то другой способ? Вы что хотите, чтобы я на рентген ее посадил? А что, живодер по-вашему или что? Я говорю, собаку вывернул. Я не буду выворачивать. Вы вызываете подозрение. Собаку, быстро! Я не собаку, буду! Собаку, с головы! Я не буду! Поставьте ее. А что она у вас боком ходит, а? Я не знаю, может, в пространстве потерялась. Забирайте собаку. Все, в принципе, можете ехать. Стоять. Чернявый мальчишка, ваш сын? Да. Выворачивайте сына. А мы, наверное, никуда не поедем. Сюда сына! Вашему вниманию предсвадебная встреча отцов-молодожен. Нетрадиционной ориентации. Илья Сергеевич, отец жениха. Владимир Александрович, отец жениха. Дела. А я... Ну, говорите. Как узнал-то вообще? Да как? Домой ехал с работы, смотрю бигборд, папа поздравляю. Там они вдвоем. Ну, думал, друг с армии приехал. Может быть такое, да? Может быть такое. Ну, приезжая домой, цветы и шарики. Думал, настоящий друг. Настоящий друг. А потом они за руку как взялись. Ну, взяли. Все, успокойся. В одном не ошибся. Служили вместе. Мне моя-то вообще ничего не говорила. Я знал, он там за кем-то ухаживает, даже деньги давал. На. А, спонсировал, значит? Получается, слушай, там тамада спрашивает, танец с отцом, кто танцевать будет? Да ладно, минутный позор, я станцую. Спасибо. А фамилию пускай вашу берут. Нам такого счастья не надо, фамилию вашу. Да, такого счастья? Такого счастья. Это нам ваш Ромка дефектный не да? нужен. Да, я говорил присмотреть к Антону Сергеевичу с третьего подъезда. Там мужчина, статный, Аполлон. Знаете да? что, ваш Виталька моему Ромке вообще не Ром. Мой Димка рукой помани, толпа мужиков стоять будет, понял? Я уже вижу эту толпу. Ладно, извини, вот как страшный сон, понимаешь? Действительно, я только на чудо надеюсь. Я вот даже в ресторане заказал дополнительную порцию, жду, когда вот ворвется кошевой. Вас заказали, я сядь, Женечка, покушай, нормально. Да успокойся. Я домой не могу нормально прийти. С меня теща смеется. Теперь я тоже теща! Я понимаю. Давай просто переживем этот день.
Я завтра утром тебе торт сначала куплю, две фаты и поехали. Ты что делаешь, а? Это гигиеничка. Вот откуда ноги растут. Да на улице Вилька, давай, да расскажи. Ладно. Ну что, ребятушки, схема работы, значит, а теперь в конце балтовой номер. Давайте покажем, все, идите переодевайтесь, значит так, объявляем, поехали. Итак, представьте, мусора попытались задержать Гарри Поттера. Мусора не люди! Мусора собаки! Пожалуйста, остановитесь! Ребятки, я вас прошу, ну такая хорошая песня, давайте продолжим. Мусора не люди! Мусора собаки! Ну вы ж просто хотели документы проверить. Между прочим, это не я вас первый остановил. Ну, вы просто по-дебильному выглядите. А, это я по-дебильному выгляжу, да? Ну тогда продолжай. Не-не-не! Мусора не люди! Мусора собаки! Остановитесь! Ладно. Скотина, ты же вышел! А я смотрю, вас жизнь не учит, да? Хорошо, давайте поближе, ребятушки, вот так. Поцелуйчики, молодцы. Все, отправляем завтра популярными проснетесь, красавцы! Надо его догнать, забрать телефон! Так к черту телефон, надо майора в человека вернуть! Да. Товарищ майор! Товарищ майор! Вот что значит волшебная палочка, так, ребят. Я не понял, что здесь происходит, а? А вы кто такой? Я Гарри Поттер. Что нет? Это я Гарри Поттер, что вы слушаете? Да ты самозванец. А ты дурак, ты понял? На. Ах так? Тогда батл на волшебных палочка. Вопросов нет. А. Волшебная палочка, задолба. Палочка волшебная. Задолба. Юра, а как же батл? Слушайте, ребята, давайте с этой игры мы дальше пройдем без батла. Владушка, ребятушки, Олечка, Женечка, Ника, все нормальненько, Надечка, ребят, Стасик. Юра, перестань пугать жюри. А я не пугаю, я намекаю, что у меня вот здесь вот осталось ровно 6 патронусов. Юрий Ткач. Стадион Деброва. Молодцы. Стадион Деброва. Юрий Ткач. Уважаемые члены жюри. Уважаемые члены жюри, ваши оценки, как они быстро встали. 4, и вот они, бесстрашные, двое, 4 балла, сидит яма, ничего не боится, ребята, вы очень молоды, ребята, 4 балла, последние секунды, 5 баллов, Ласточкин, последние секунды, дай пистолет, 5 баллов, ребята, выступление было 5 баллов. Поздравляем, молодцы. Юра, красавец. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Я не знаю, что происходит. Ты же вторую игру повторяете. Что будем делать, Влад? Что будем делать? Нет, это... Теперь у меня есть новый враг. Консорт. Что такое? Что ты так вдруг засомневался? Это было слабее, чем 30+, я считаю. Все. Нет, это пожалуйста, это твой выбор. Но это же было неплохо. Это очень. Это хорошо было. Это было на уровне Воробушка, ты считаешь? Может быть, на копеечку лучше. Может. На копеечку? Да, но да. Ты эту копеечку не потратил. Но это же не гривна. Я согласен. Так, пожалуйста, это выбор членов жюри, пожалуйста. Юрчик, поздравляем, молодец. Ты завершает парад наших блокбастеров. Действительно, классика кино, классика кинематографа, классика Голливуда, скороносный фильм, ну там «Созвездие имен», Аль Пачино, Марлон Брандо, Энди Гарсия, Роберт Де Ниро, много имен. Естественно, это «Крестный отец». Я думаю, что к этим именам еще сегодня добавится 2
имени потрясающих Стояновка Молдова и Оля Полякова. Внимание на экран. Наша тема – крестный отец. А крестный отец – это Италия, пицца и опера. Хочу шоу-бизнес, но нет знакомых, и без постели туда нельзя. О, Оля, может, поможешь попасть в шоу-бизнес через тебя. Пошел ты! Ну и пойду, подумаешь. Да может на итальянском это в кино? Да, да, в кино. Сейчас, ребят, простите, тут... Они сами не могут, поэтому я им помогу. Хотим поблагодарить друга команды Светлану Фабрикант. Одесскую лигу смеха. И главу Одесской областной администрации Урбанского Анатолия. Также благодарим торговую марку «Века». «Века» – колбаса, которую не стыдно показать. А вы директор, да, компании? Нет? А голова лошади – просто подарок. Будьте здоровы, Стояновка. Спасибо. Встречайте. За туманами. Вы уже второй год смеетесь над Стояновкой, но делайте это без должного уважения. Джонни, убери их. Сделай так, чтобы я их не видел. Спасибо, Джонни. Да, мы мафия, мы семья. А как говорил наш безграмотный мэр, семья – это яичко общества. Кому там смешно, а? Значит так. Мы... Я не буду целовать твою руку. Опять все приходится делать самому. А почему ты крестный отец? У меня теперь тоже есть пиджак. Арчи, успокойся. Вот настоящий крестный отец. Валерий Александрович. Единственный, кому церковь разрешила детей крестить. Ха-ха. Понятно. Был бы у меня тазик, я бы тоже детей крестил. Секундочку. Хорошо, иди, отец. Тазик понадобится. Поздравьте нас. Только что в Стояновке ребенок родился. Стоять, мафия! Работает полиция! А ну всем лежать! Хорошо, хорошо, как лежать? Вот так? Или вот так? Оля, вообще-то ложатся, когда ограбление. Или секс. Так ты что, грабишь или... Так, встали быстро! Вы что на меня постоянно пялитесь? Еще раз посмотрите на мою грудь, я вот так вот сделаю, на всю жизнь косыми останетесь. И вообще, где ваши документы? Ой, внимание на экран. Вот здесь. Я их дома забыл. А без карты не мог? Внимание на экран. Так, хорошо. А что вы тогда... На это скажете? Я это, между прочим, у вас в гримерке нашла. Что это у вас тут такое беленькое? Брынза. Брынза? Оля, несмотря на это... Я могу тебя сделать артисткой номер один в стране. Ха, интересно. В другой стране. В смысле? Что это
тут село косит под мафию? Да я перед такими уже 10 лет на корпоративах работаю. Чао! Знаете, трудно быть мафиози. Орешки натирают. А вообще в жизни все не как в фильмах. Итак, мафиози на речке. Повезло тебе. Сейчас в речку скинем, ты утонешь и все. Рабочий день окончен. А мне еще за тазиком нырять. Давай уже. О, блин, до сих пор не застыл этот цемент. А что вы меня просто не застрелите? Ну извини, я не виноват, что у нас в магазине из оружия продается только цемент. Здорово, ежедневная перепись населения Стояновки. Так, двое есть, Олежка что? Цемент не застывает. Так, пока что карандашом запишу, хорошо. Все, давай, вали отсюда, мужик. Придурки, это я. Все опять приходится делать самому. Олежка, ты плавать умеешь? Нет. Просто скиньте его в реку, дебилы. Ну, Олежка, как говорила моя бабушка, глядя на этот костюм, а Париж ты так и не увидел. Ну вот вы и мне и попались с поличным. Наконец-то вы арестованы. Опять она. Все. Она меня достала. Все. Оль, да мы прикалывались. Это мы, Стояновка, да. Как говорила моя бабушка, играем в Need for Speed. Вот это поворот, да? Фу, слава богу. Ваня, слушай, мне в этом платье так неудобно. Чтобы в него влезть, сегодня пришлось мне в 5 утра встать. Представляешь, устала вообще. А у меня туалет на улице тоже устаю, да. А, Оль, слушай, я понимаю, что о таком тебя никто никогда не просил, но спой, пожалуйста. А что петь надо? Итальянскую песню про Молдову, пожалуйста. Веселее только, давай. Еще. Вино из бочек и грецкий орех, ротару, две реки, овечий мех. Я не хочу петь больше этот бред. Из бреда состоит весь твой концерт. Без денег я не пою, споешь сам. Найду я деньги, козу продам. Тебе не хватит на зарплату мою. Не хочешь петь? Я лучше тебя спою. Мама, мама, Молдова, мама. Да я мама, мама, Молдова, мама. Выше! Мама, 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 и еще Молдова, выше! И еще никто так высоко Молдову не поднимал. Ну что, Оля, у нас есть последний вопрос в тему «Крестный отец». Наверное, многим интересно. Ты крещеная? Ты посмотри на меня, как сам думаешь? Валерий Александрович, что, покрестить ее хотите? Не, ребят, свитера высохли. Не, не надо. Знаете, за 2 сезона впервые оделись нормально. Оля, спасибо тебе большое. Просто если бы не баба, мы никогда бы такое не надели. Перед вами выступали молдаванская мафия и Оля полицейская. Стояновка Молдова и Оля Полякова. Время пошло, уважаемые члены жюри, пожалуйста. Финальное полотно было. Кто определился? Надя Дорофеева, Евгений Гожевой, Юрий Ткач, Стас Баклан. Пока 4 балла. Вот тут вот яма. Влад Яма. 5 баллов. 5 баллов в раздумьях Ласточкин. Он сегодня вот взял на себя эту миссию. Миссию сидеть и думать, выжидать. Вот. 5 баллов, Ольга, ребята, Молдова, молодцы. Под ваши аплодисменты к нам на сцену приглашаем все команды. Вот сейчас начнется Лига смеха. Сейчас будет Рубилова. Ваши аплодисменты.
Итак, дорогие друзья, батл в Лиге Смеха. Давайте поаплодируем всем ребятам. Будет настоящая борьба. Батл, вы знаете, честно говоря, нам понравился опыт предыдущего этапа Лиги Смеха. Нам понравился батл, который называется «Обратная разминка». Все очень просто, почти как разминка, вопрос-ответ. Только наоборот. Значит, я говорю ответ или финал фразы, а ребятам надо придумать к моему финалу или к ответу вопрос или начало фразы. Должно получиться в итоге смешно. А это будет определять зрителя аплодисментами, ну и уважаемые члены жюри, выбором той команды, которую вы симпатизируете. Да, во-первых, поздравим команду 30+. Без батла и Стаса Бакланова. Поздравляем, Стасик, ваша команда в следующей игре. Мы предлагаем следующую историю. Стас, ты и Игорь выберет команду, которая пройдет дальше после первого круга нашей обратной разминки. Это будет справедливо. Да, ребята не оценивают, но только первую команду. А потом будем продолжать. Хорошо? Хотите, члены жюри, с вас начнем? Хотите? Готовы? Ответ есть? Ответ? Да. Почему все никак не наступает весна? Потому что на улице снег. Нифига себе. Давай с командами. Да, ребят, если у вас есть, мы можем с этим вопросом. Да? Поехали. Почему вы в подштанниках? Потому что на улице снег. Почему мы выступаем и не можем вернуться в Стояновку? Потому что на улице снег. Вов, почему в Украине сейчас такие хорошие дороги? Потому что на улице снег. Неплохо, пожалуйста, да. Почему вас наполовину не видно? Другой вопрос, или вы готовы вообще отправить команду, пожалуйста? Вы можете отправить команду. Что? Ну, если можно, то мы Жан можем отправить в следующий. Мы поздравляем сборную армян. Мы поздравляем команду Жан. Да. Сколько не виделись кошевой и расческа? Без каскадеров это невозможно. Да, пожалуйста. Что сказал Юзи, когда увидел сценарий следующего квартала? Без каскадеров это невозможно. Как одеть Олин латексный костюм? Без каскадеров это невозможно. Зарубить меня красивым. Без каскадеров это невозможно. Хай баклан зробе колесо. Без каскадеров это невозможно. Следующий вопрос? Да, хорошо. Я, пожалуйста. Как попасть в квартал? Мы вам перезвоним. Бывает, да? Что говорит батюшка, когда заходит в колокольню? Мы вам перезвоним. Вов, что тебе ответили, когда ты позвонил в секс по телефону? Мы вам перезвоним. Вова, проводишь бесплатно свадьбу? Мы вам перезвоним. Хорошо. А когда? Три человека могут оценивать. Я можно скажу свое? Пожалуйста. Я по сумме двух ответов даю свой балл Дебровым. Так. Стас, ваше мнение. Я присоединяюсь к стадиону Деброва. Евгений, неважно ваше мнение, не в принципе, а сейчас. Да. Мы поздравляем стадион Деброва и Юрия Ткача. Поехали дальше. Да, как кто у нас остался? Значит, Молдова. Да, ребята, отдыхаем вместе. И да, и Воробушек. Готовы, да? Да, я готов. Христос воскрес.
Видит Бог, я этого не хотел. Это все воробуш. Какой кошмар, а? Где они взялись, этот воробуш? Да. Полякова опять в жюри. Видит Бог, я этого не хотел. Сейчас мне прилетит за все за этот ответ. Дизель-шоу. Видит Бог. Я этого не хотел. Я могу еще один вопрос? Или прямо есть определенность? Достаточно? Достаточно. Оценивает у нас 4 человека, правильно я понимаю? Пожалуйста, Жека, Женю. Пожалуйста. Воробушек. Воробушку. Юра. Воробушек. 2 балла. Воробушек. 3 балла. Воробушек. Игорек. Поздравляем, Воробушек! Ребята, сейчас важный момент. У нас Стояновка и Хмельницкий. Вы подивите, будь ласка. Посмотрите, это же финалист и чемпион. Давайте поаплодируем. Вот так бывает. Хорошо, давайте. Динамо чемпион. Я не собираюсь это подписывать. Распишитесь на груди Поляковой. Я не собираюсь это подписывать. Подпишитесь, надо было. Мы исправим сейчас. Это подпишитесь на груди Поляковой. Я не собираюсь это подписывать. А зря. Давайте еще вопрос. Поехали, да? Можно? Да. Иду с козырей. Снимайте, вам это не идет. А, это был не вопрос. Извини. Ходи. Да, подожди, я могу поменять вопрос. О, окей. Тогда я попробую. Мы снимем сваты 8. Снимайте, вам это не идет. Вот сейчас иду с козырей. Добрый день! Снимайте, вам это не идет. Чё ты психуешь? Я предлагаю еще один вопрос, ребят. Сейчас, так. Вот смотрите, Владимир. Что делать, если ты чемпион и можешь вылететь в юмористическом шоу? Больше я ему руки не подам. Можно? Да. Евгений Кошевой подменяет вас на корпоративах. Больше я ему руки не подам. Коломойский продал Приватбанк. Больше я ему руки не подам. Видит Бог, я этого не хотел. Говорить. Если вы определились, пожалуйста, тогда говорим. Надя не участвует и не участвует Оля. Правильно я понимаю? Пожалуйста, свой голос. Какой из этих 2 команд? Кто проходит дальше? Говори, Стас. Отдыхаем вместе. Бал, отдыхаем вместе. Пожалуйста, Влад, если вы определились. Стояновка. Стояновка, 1-1. Пожалуйста, Женя. Стояновка. Стояновка, 2-1. Отдыхаем вместе. 2-2. Решающий голос Юрий Ткач. Пожалуйста. Кто проходит дальше? Ну, если дивиться по батлу, то... Больше всего у меня у Стояновки. Дальше проходит Стояновка, Молдова. Ребята, давайте поаплодируем всем командам. Отдельные аплодисменты команде «Отдыхаем вместе», город Хмельницкий. Дорогие друзья, у нас была очень сложная, очень интересная игра. Это была Лига Смеха. Мы увидимся ровно через неделю в пятницу на канале 1+1 сразу после выпуска новостей. А прямо сейчас смотрите новый выпуск «Игры приколи». Бай-бай. Мы вас любим. Спасибо.
Ми віримо в майбутньому, весь посвітнеться світ. І кожен з нас тому сюди прийшов. Ми разные, но нас сегодня смерть соединит. С мечтой в общей сильной, как любовь. И все будет добре для каждого из нас. И все будет добре. Настанет.